Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня я сделаю любимый салат мужчин мачо. Вначале нарежем лук мелкими кубиками и замаринуем. В лук добавляем сахар, соль, уксус, заливаем кипящей водой и оставляем на 10-15 минут. Предварительно отваренную говядину нарезаем мелкими кусочками. Как отварить мясо, можно увидеть в описании под этим видео. Формировать салат я буду в разъемной форме. Форма у меня 20 сантиметров. На дно тарелки выкладываем мясо. Каждый слой смазываем майонезом. Лук промариновался, сливаем жидкость и выкладываем лук следующим слоем на мясо. Смазываем майонезом. Яйца натираем на крупной терке. Следующий слой – яйца. И майонез. Мелко нарезаем консервированный огурец. Затем маринованный огурец. Затем майонез. Салат отправляем в холодильник как минимум на полчаса для пропитки, а перед подачей на стол натрем твердый сыр. Сыр натираем на средней терке. Сверху выкладываем сыр. Снимаем форму. Посмотрите, какой оригинальный и красивый салат получился. Давайте попробуем. Очень вкусный и сытный салат получился. Необычное сочетание всех ингредиентов. Приготовьте для своих мужчин. Всем, кому понравился этот салат, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч!